Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы Всадники Олуха. Так, четвертый день. Забрали ресурсы. Так, ну что, беззубик? Ох ты. Ну это что-то знакомое, ребят, да? Знакомое. Вот. Снежный призрак. Вау, у меня такого, по-моему, нету, ребята. Никакого снежного призрака. И это хорошо, если не было. Хоть что-то новенькое. Так, здесь у нас флагшток. А почему эти у меня хламоны стоят все, я не могу понять. Ничего не ищет, главное, а? Ты посмотри. Прохлаждаются. Так, глянем, что здесь у нас. Выпадет тусклый янтарь. Само собой, другого и быть не может. Лети давай, бесплатно собирай. Так, барсик. Лети он там к Готи в гости. Кривоклык. Понятно. Тут очевидно, что выпадет нам тусклый янтарь. Нет, выпали нам руны. Я тогда его сразу опять в приключение отправлю, с вашего позволения. И здесь у нас руны. Четки пожалели, да? Ладно, набери воды, иди бесплатно. Тебя надо отправлять. Отправлять мы будем, естественно, на поиски. На поиски того, что нам нужно. А нам нужно получить вот этого дракона одного. Путешествие. Естественно, ребята, хотелось бы тратить руны, чтобы, ну, больше получать награды, но нецелесообразно, как по мне. Но так сам понимаешь, нам придется очень долго здесь копошиться, все это искать. Другого варианта пока нету. Так, дерево, дерево. Давай идите на поиски. И, кстати, я, по-моему, смогу сейчас кого-то отправить. По-моему, вот его, да. Я и отправлю. Пускай ищет. Так, дальше, где у нас... Вот. Принцесса Арнеедов. Здесь пока тишина. Отправочка. Так, что ты мне принесешь? Яйцо. Попробуй вернуться. За рыбой. Так, эти у меня получили по уровню. Так, 71. Это вообще слабочек. С этими разобрались. Так, у нас вот тут еще ребятулечки. Не хватает рун, я понял. Точнее, не рун, а ресурсов. Давай тогда мы, наверное, откроем наши паки бесплатные. Монеты Одина. Громобой, кревет, древоруб. Что, дракон, что ли, выпадет? Да, громоножка. Стандартная громоножка. Так, разместить в ангаре, конечно же, в ангаре. Так, и сразу же рекламный. Монеты Одина и сам пак. Крылатый ужас, древоруб, водорез. Все, забрали, что могли. Так, теперь посмотрим, что нам принесли наши драконы. Как всегда, один стандарт. Ну, а ты чего? Гнездо. Где-то это гнездо-то только выкопал. Так, обмен уже произошел, да, получается? Блестящий янтарь. Эть, заказать ничего не могу. Пока. Ну что, есть у нас события сегодня каком-нибудь, ребята? Есть угроза, драконий корень, распространение. 4 дня, значит, это долгое будет событие, насколько я могу понимать. По пакам.
Так, это начнем открывать, а здесь заберем. Шторморез, шипорез, древоруб, костолом дикарь, кривоклык. Надо нам еще и паков как-то набить. Их практически уже не осталось. Давай, давай, давай. Наградушку по полной программе будем забирать. Что у нас здесь? Понятно. Светлячки праздничные. Офигеть, у меня всего 910 светлячков. Да, не густо. Совсем не густо. Этого, наверное, тоже я отправлю на поиски. Еще есть возможность кого-то куда-то отправить? Есть. Прям очень много кого мы можем отправлять. Ну, вроде бы все. Ну что, я, ребята, бегу прямиком на события. Открываем. 200 рун в конце. Ну, я считаю, неплохо, ребят. И 50 в начале. Ну что же, я думаю, оно того стоит. 50, 250 уже. Это 100% рун мы получим. 250. Ну и еще, я не знаю, там в паках, может быть, выпадет нам рун 20. Будет хорошо. Где-то около 300-400 рун, если получить, было бы вообще круто. Так, Змеевик, ты что там? Я смотрю, бафнулся, да, на атаку. Жучара. На. Пробивной. А, тут всего одна волна, отлично. Ну что, вот и колесо удачи. Нет, скорее всего, колесо неудачи. 37,5 миллионов древесины. Зато 50 рун. Итого будет 3400, да? Ой, 3400, 7400. Нормально. Так, раз, два, два поединка. Отыграем, заберем с тобой загадочный пак. Так, и музычка исчезла, и все исчезло у нас. Опять в глухомане будем. Поехали. Начнем с этих, с шустрых. Начнем с шустрых, а закончим хитрым. Все, абсолютно, ребят, вся музыка исчезла. Я не знаю, с чем это связано. Вот сколько раз играю, постоянно, в начале идет, чтобы вот за всю игру и хотя бы раз не исчезло, такого не было. Есть только в самом начале где-то. Так, ну что, я, наверное, возьмусь за злобного змеевика, попробуем его уничтожить. И... давай, наверное, вот так вот укусом. И водорезу, соответственно, ребята, кранты. Так, я, наверное, вот таким образом сделаю слепоту, чтобы он тут не выпендривался. Видишь, захотел хильнуться на дорожку. Ну, как бы не так. Естественно, мы ему заблокировали эту способность и уничтожили. Ну что же, очередная рулетка. И здесь прилив сил. Ну, спасибо хоть за это. Прилив сил куда приятнее получить, чем 35 миллионов рыбы или древесины. Так, у нас две энергии еще получается. Раз, два. Мы дойдем только до тусклого янтаря получается. Ну что, водорез? Или с душителя начнем, я не знаю. Давай с этого, наверное. Начнем с душителя, пробьем его хорошечно. Тут уже две волны. Тьф, бомбанул. Ну что, минус. И у нас водорез. Я его задебафю. Сейчас, ну, естественно, ребят, естественно, будет отхиливаться. Ну, это ему не помогает. И здесь у нас злобный змеймик. И 5. 5 этот кусака. Слушай, ну, кстати, здесь критичная обстановочка, ребят. Потому что, ну, я хильнусь, конечно. Но ты видел, сколько здоровья было у моего штормореза? Вот так вот. Надо все время, ребята, бдить. Давай сделаем так и добьем. Вот и все. Очередное колесо. Забираем здесь. Да ладно, загадочный пак выпал.
Что это с тобой игра сегодня, а? И здесь забираем загадочный пак. По красоте. Так, отправлять на почту. Окей. Так, злобный змеевик. Две волны здесь. Поехали. И пробьем, да? Да. Ребят, пробили. Здесь их трое. Начнем с этого, по-моему. Потом уже с остальными будем разбираться. Потому что нам проще с ним разобраться, так как он у нас шустрый, а мы против шустрых. Кривоклык только против стражи у нас идет. Ой, я ее сейчас... Блин. Конечно, разбег. Как весело играть, да, ребят? Без музыки, без всего. Прям. Тишь и благодать. Чубарську крышка, да? Нет, он еще живет у нас. Ну, в любом случае, его сейчас подобьют, конечно, на следующей атаке. Вот сейчас вот он его уничтожит. Не упустит этого момента. Я все-таки сделаю дебаф, наверное, потому что кривоклык будет наносить... О, вообще кританул. 112 миллионов дерева. Ну что, и получается у нас последний поединок. Погнали. Кстати, драконий корень распространения, по-моему, слишком частое, ребят, событие, которое у нас выпадает. В отличие от остальных всех. Ну что ты там хрюкаешь? Все, музыка опять исчезла. На 3 секунды появилась и... исчезла. Ну, зато первая волна пройдена. Здесь 3 стража. Вы издеваетесь. 3 стража они поставили тут против меня. Кривоклык, на тебя вся надежда, должен бомбить их тут. Причем очень-очень быстро и эффективно. Блин, посмотри, какой громобой. Самый зубастый, наверное, да, из всех драконов. Напоминает мне какую-то акулу или пиранью, что-то типа того. Опа. Отлично. Так, давай, наверное, еще одного кривоклыка попробуем забомбашить. Ну, Барсик у нас, я не удивлен, ребята. Всегда получает звездюли от всех. На тебе. Так, кривоклык. Замечательно. Вот он, когда враг, страж, да, у нас под дебафом, именно под снятие дополнительной брони, кривоклык нормально так критует. Просто на ура. Вил по 409, по 500 бывает даже иногда вылетает. Но это тебя не спасет, парень. Все. Ну, как всегда. Дерево, причем мизер. Ну что, забираем 1400 тусклого янтаря. И на этом пока события у нас заканчиваются. Дальше, ребята, у нас элементарно не хватает энергии. Опа. Сразу 2 награды, что ли, получим? Нет. Хотя, да, 2 награды. Загадочный пак, причем сразу мы его вскрыли. 25 рун. Так, еще что-то тут у нас. А, награды же. Светлячки праздничные. Вот так вот. И здесь попробуем что-нибудь выудить. Шторморез, шепот, шипорез. Так, и еще один загадочный пак. Сколько рун? 5, всего лишь 5. Ну, считай, 7500 рун мы насобирали. Ну, вроде бы пока... И все. Единственное, что я хочу, ребята, это набить, наверное, еще все-таки нам паки. Но не дело. С одним паком тут шоркаться. Там, главное, есть музыка, здесь ее нету. Вырубается. Давай-ка так, наверное, сделаем, да? Начнем бомбить Костолома. Потом Пустиголова так сделаем.
Но кривоклык-то не пробьет, к сожалению. Но это не страшно. Так, что ты? Ё-моё, а сколько... А, тут я уже думал, что мы это... Сколько волн, смотрю. Мы же на арене. От этого их хуже становится, что мы на арене. Так, отвали. Да я, наверное, сделаю вот так. Я не знаю, что там ожидать. Может быть, сейчас огнем полыхнет. Промахнулся. Чего ж ты своего кореша-то не добил? Добивать надо. Раз, два. Сейчас фаербол прилетит. 100% тебе говорю. Это хорошо, что он потратил. Мы опять повесим на него слепоту, чтобы он тут не буянил. Опять фаербол, да? Нет? Решил, типа, придержать до лучших времен. Ну вот сейчас будет использовать. Да ладно. Ты захотел, думал, сейчас я на тебя не повешу слепоту, и ты его используешь? Нет, парень, так дело не делается. Ты посмотри, то хиляется, то еще там что-нибудь. На тебе. Все равно тебе не поможет это. Я тебе говорю, не поможет. Все, ребят, ушатали мы его. Очередной бой драконов. И здесь у нас шторморез. Ветрокрыл, какой шторморез-то? Блин, надо... Надо будет как-то быренько с ним завязать. Вообще моментально. Ну а как ты тут сделаешь? Ох, ё. Фига он там бомбанул пламенем. Нормально так, смотри. Мне это не нравится. Блин, давай так сделаем, фиг с ним. Сейчас ушатает, наверное, да? Замечательно, все-таки успел пробить. Но опасность в том, что сейчас до 5 энергии дойдет, ребята, и он нас заморозит. А заморозит он... Будет сильно, сильно будет больно, ребят. Ладно, о, нет, ребят, никакой заморозки у него не получится, все, он под слепотой. А так бы, если бы у нас не накопилось бы энергии, конечно бы, было бы жестко. Так что распрощаемся мы с Ветрокрылом и пойдем на последний поединок. Так, ну что, вот они, такие вот охламончики здесь у нас появились. Так, истинный шепот смерти плюс громобой. Вот эти вот два самых противных. У этого массовая атака есть. Да и у этого, в принципе, тоже. Он сейчас может ее, кстати, сделать. Да, как же упустит он возможности, ребята, пропустить. Ёк-макарёк, прикинь, бомбанул. А этот подходим сейчас своим вшивеньким, своим ударом добьет. Ну, конечно же. Ничего себе не представляет, только умеет на добивках сидеть. Хмырь болотный. А этот еще усилил себе атаку, ко всему прочему. Вы серьезно? Ё-моё. Ну ладно, у нас, по крайней мере, есть, как бы тебе сказать, преимущество перед стражем. Именно перед этим стражем. Я его все-таки, наверное, быстрее ушатаю, чем он меня. А у нас же, знаешь, что может быть? Он же сейчас хильнется и ничью сделает. Он хочет ничью сделать. Вопрос в том, успеет ли он. Он не успел. До свидания, дядя. Ну, бас.
Ну что, друзья, вот мы и отыграли с вами поединки. Как ты видишь, у меня выпало два обычных пака, ну и, соответственно, пак вождя, в котором выпадает громобой, водорез, громобой защитник и громгильда, плюс ветрокрыл чемпион. Всегда приятно, когда выпадает тебе какой-нибудь чемпион. То есть уже чувствуется, что поединки были сделаны не зря, отыграны. Спасибо за прилив сил. Ну что, ребята, и пожалуй-ка на этом я буду закругляться. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.